а теперь расскажу, как это было. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, сегодня мы начинаем. Посмотрите, что было с моими волосами, потому что в начале вы уже видели конечный результат, а сейчас я вас познакомлю со всем процессом. Вот так вот утром вставши, я решила, думаю, все, надоело, что-то я заэкспериментировалась немного, и бывает такой момент, когда я уже устала сама экспериментировать, и в конце концов сейчас, чтобы привести мои волосы в порядок, нужно не просто взять краску там и покраситься, да, но если это только не черный цвет, да, в черный можно было бы раз и закрасилась, но я же хочу все-таки оставить блонд, сделать красиво, выровнять цвет, у меня вот с корнями вечная проблема. Все время они там желтеют через какое-то время. Сейчас, если помою голову, они чуть-чуть посвежеют. Ну, например, там второй день немытья головы, они желтеют. На фоне вот этих вот зеленых или моих фиолетовых волос, так как это какие-то холодные оттенки, корни мои приобретают еще более желтый цвет. Очень страшная вещь произошла, когда я покрасила свои пряди, а потом не дала им смыться и покрасилась сверху. Получился пигмент, который там внутри, мало того, что он поменял цвет из фиолетового на зеленый, он еще и углубился. Поэтому здесь уже краситься, если не в черный, там и не темно-каштановый, то будет этот цвет все более углубляться, тут уже нужно его чистить. Либо каким-то щадящим средством, ну, чистить, или смывка, или все-таки порошок обесцвечивания, но именно по этим прядям пройтись, да? Либо что посоветует колорист и так далее. Цвет немного хотела изменить, может быть, сделать такой, знаете, не блонд, ну, блонд, но бежевый такой блонд. Такой теплый какой-то, такой ближе к шатену такому. Ну, не знаю, что-то такое. Я, может быть, пока буду ехать, сейчас еще передумаю. Ну, в общем, я проснулась и думаю, все, хочу на голове нормальную вещь. Мне просто недавно предложили один проект, но в итоге все там отменилось, поэтому я ждала такая, думаю, ничего не делаю с волосами. Но так как все отменилось, я счастлива и рада, потому что я скорее беру и звоню в салон In Paris. Это мои девочки, которые красили меня. Анюта, может быть, вы помните. У нее буквально уже через полчаса освобождается место, и они рядом, недалеко находятся от моего дома, поэтому я скорее бегу к ним, беру вас с собой, будем вместе преображаться, спросим у Ани, что делать, если вот такая вот ситуация, да, пигментирование пошло, зеленый цвет, посмотрим, что она нам порекомендует, и посмотрим, во что она меня превратит. Я безумно хочу уже нормально выглядеть. Вот, сегодня у меня такой лук, смотрите, вы помните эти брючки, да? Сегодня я пойду вот такая вот нарядная. А еще у меня появились новые очочки Michael Kors. Я все-таки взяла себе что-то из Michael Kors. Мне очень нравится эта марка. Не знаю, почему. Мне особо, вы видите, не повезло. Но зато очки мне очень понравились. Выбирали, опять же, с любимым. И класс, короче. Я счастлива. Все, погнали. Ну что, мы приехали. Мы приехали в наш салон. Привет! У вас перестановка! Как красиво! Боже мой! Надо здесь сфоткаться. Надо показать себя красиво. Та-дам! Какое красивое зеркало! Как у вас клевенько стало, уютненький и еще больше. Привет, ты красоту наводишь, да? Да. Анюта, похудела, красавица. Я тебя не узнала прям, ты вообще просто худенька. Так, смотри, объясняю, я такая красная вся, побежала, вспотела с кофе. Смотри, я покрасилась краской Play, знаешь, такую, угу. В масс-маркете продается. Была фиолетовая. Угу. У меня на самом деле просто такая тонкий ряд вот так вот под низом идет, угу. Как бы сверху нормально. Угу. Потом не досмылся он, и угу. Я покрасила и затонировалась своей краской на 6%. Это муд какая-то 1271 угу. Блонд. И он превратился в зеленый. Ну правильно, потому что 71 там пепел, и получается то, что он дал зелень. Тем более эти яркие пряди. Но мне сказали, что они, еще этот пигмент еще глубже ушел куда-то. Конечно, он очень. И вот что теперь делать? Смотри, я хочу тебе сейчас скажу, что мне чуть поднадоел, вот, ну как бы блонд, да? Угу. Но я за ним быстро соскучусь. Я хотела блонд себе, знаешь, такой бежевый. Вот может как у тебя, может чуть-чуть потемнее. Угу. Можно ли вот просто закрасить это все, или он не закрасится? Но вот это вот не закрасится, этот может дать еще что-то. Еще непонятно что. Ну конечно. И что ты советуешь сейчас делать? Ну, попробовать вот эти отдельные пряди вот почистить.
Чем ты будешь чистить? Кислотной смывкой Эстель. Угу. Вот. Это самое бережное, что можно придумать? Это самое бережное, порошком нет, а вот именно этой кислотной смывкой просто почистить. Взять одну прядку на пробу, как он почистится, не почистится, угу. Вот, и посмотреть. А смотри, корни желтоватые еще. Но корни, если мы будем в такой цвет, как беж, корни, в принципе, мы отдельно покрасим и дальше просто в мойке, в мокром состоянии. Мы затонируем, да? Затонируем, да. Ну все, поехали, хочу что-нибудь новенькое. Поехали. Сейчас намазали прядку кислотной смывкой от Эстель и смотрим, как будет уходить пигмент. Возьмет он вот этот вот плей дурацкий или нет? Кстати, Play Estelle было написано, это тоже Estelle или нет? Это может быть бытовая. Бытовая? Название пишет, да. Бытовая. Может, даже вообще обманули. Девочки, ну что, вот мы смотрим, пигмент Селеночка у нас очень сильно забила, так что мы будем это смывать и просто будем работать уже красками. Потемнее будем делать за счет того, что общая масса светлая, где-то просто некоторые пряди у нас такие будут зелененькие, могу так сказать. В общей массе они сильно в глаза бросаться не будут, так что можно идти смывать. Короче, смываем и все, красим корни отдельным цветом и по длине там красим другим цветом. Выбрала прям такой я холодный беж, да? Да, 8-й уровень. Посмотрим. Так, вот наша раскладочка. Я показала Ане, говорю, хочу что-то вот типа того, девчонки, смотрите. Беж, вот видите, такой вот, вот этот. Вот, Аня мне посоветовала, говорит, очень красивые цвета. Вот в холоде они такие. 976, 876. И мы собираемся вот корни мне покрасить 876. А по длине 9,76. Вот. Ну, он будет, конечно, темноватый сейчас, но потом он подсмоется, я думаю, и как раз вот то, что нужно будет. Вот. Надеемся, закрасим зелену. Решили не чистить порошком, потому что у меня на самом деле очень сильно попорченные волосы, именно вот эти вот прядки, именно внизу. Если мы будем делать порошком, то я думаю, что они вообще супер сухие будут. Вот, еще я решила подстричь немного кончики, мы подстрижем машинкой, выровняем цвет, потому что сейчас модно, чтобы было ровно так. И еще сделаем ботокс. Так что у меня должны быть супер здоровые, красивые волосы с новым цветом. Вообще преображение. Красим корни. Да. 8-й уровень у нас. Да. Будет. Корни будут темнее. Растяжечку такую. Да, потом растянем. Я вся в предвкушении. Корни покрашены. Сейчас намешиваем. Для концов. Для концов. И по длине покрасим. Посмотрим, какой у нас цвет. Да. Так интересно. Все, покрасили волосы. 20 минут сидим. И потом все это дело смываем. И делаем уходик. Да. А стрижку в конце, да? Да, да. Я на самом деле, вот прям моя душа просит потемнее волосы. И я себя буду чувствовать прям удовлетворительно. Ну что, мы покрасились. Сейчас у нас будет ботокс-процедурка, потому что нужно уже привести волосики в порядок после всех этих окрашиваний. Мне хочется, чтобы они блестели. Сейчас 30 минут будет это все дело длиться, наноситься состав. В общем, я прям кайфую. Нанесли состав. Сейчас мы идем в тепло. Ой, какая штука прикольная у вас. Идем в тепло. 20 минут мы будем сидеть в тепле. А потом сколько в холоде? 10 минут без тепла. Холодильник потом. Потом 10 минут без тепла и смывать будем, да, все? Да. Ну, и потом будем стричься. Погреюсь в жару в нашу. Да. Ой, она крутится еще? Да. Офигеть, я испугалась. Прикольно. Ну что, мы сделали ботокс для волос, помыли волосики. Сейчас мы будем их сушить, да? Да, вытягивать и будем машинкой ровные тяжелые концы делать. Сейчас это очень актуально. Ровные тяжелые концы, да. Я люблю. Я, кстати, последний раз у тебя, по-моему, и стриглась машинкой. Да.
Ну что, наконец-таки меня покрасили, похоже на человека, корни, длина, все как я хотела, все замечательно. Зеленый цвет у нас немножечко остался, но он из-за этого цвета основного не бросается уже так сильно в глаза, и он будет потихоньку вымываться. Ну, может, к следующему разу мы еще что-нибудь придумаем. Но в целом я сейчас очень довольна, потому что ну, теперь этот зеленый не кидается мне в глаза. Так, ну все, мои крошки, я довольна и счастлива. Прощаемся с девочками. Пока. Спасибо вам за красоту, за душевный прием. Все, мы пошли кайфовать новыми волосами. Пока. Пока. До новых встреч. Удачи. Все, давай. Пока-пока, Светуль. И Кать. Так. Все, идем в машинку, смотрите на свет дня. Какие у меня волосики. Новые волосы, новые очки. Вся такая кайфую, вся такая нарядная. Я вообще более чем довольна. И, кстати, у Ани, вот она только что мне сказала, пока я не забыла, у нее сейчас акция с 1 июля по 25 июля. Любое сложное окрашивание с растяжкой на любую длину у нее будет стоить вместо 6-7,5 всего 4000. Вот, так что можно будет сделать у нее все это, вот пользуйтесь акцией, на самом деле это очень-очень круто. Ботокс я сделала, я довольна, волосики прям такие плотненькие стали, кайфую. В общем, с новым цветом волос меня, и пока в ближайшее время я буду краситься вот этим цветом, я буду брать 876, по-моему, номер, и окрашивать свои корни на 3%. Кстати, да, мне корни покрасили на 3%. А длину сделали на 1.5%. Вот. Но я буду красить корни потом на 3% и просто их эмульгировать по всей длине. Вот. Короче, я довольна, пока похожу так, а дальше видно будет, что мне захочется поэкспериментировать. Сейчас вот я такая вся. Все, девочки, спасибо, ссылочки и адреса, и телефоны я все оставлю под видео, обращайтесь, мастера рекомендую, салон рекомендую, у них много всего-всего-всего. В общем, то место, куда ходить хочется, куда ходить приятно, и вот результат. Пока-пока!